Здравствуйте! Приготовим сегодня с вами очень вкусную холодную закуску — помидоры с сыром и морковью. Сочетание очень интересно получается. Мне очень понравилось. Попробуйте вы. Итак, нам нужно будет с вами два свежих помидора. Мы будем резать их кольцами по полсантиметра приблизительно. Кольцо будет у нас. И будем начинять их. Начинка наша: одна сырая средняя морковка, два зубчика чеснока и 100 грамм твердого сыра и майонез для заправки. Нарезаем наши помидоры кольцами. Нашу начиночку трем все на мелкую терку. Морковку на мелкую терку, сыр на мелкую терку. Чесночок я тру на мелкую терку, но вы можете выдавить через пресс. Мне легче на терочку. Все натерли и добавляем сюда майонез по вкусу, сколько хотите, по вашему усмотрению. И перемешиваем всю нашу полученную массу. И теперь полученную массу выкладываем на наши помидоры. Аккуратненько. Ложечкой выкладываем. Получается вот такая красота. Очень вкусно, оно остренькое получается. Закусочка просто бомба получается на стол, на любой. Попробуйте. Наша с вами закусочка готова. Вот получается так красиво. Подавайте на стол сразу, и она слетит со стола моментально.